Всем привет! Вы на канале Мисс Полина Решетка 5. Кто гимнастикой занимается и танцами, тогда это для вас видео, которое я буду снимать. И сегодня я буду снимать про гимнастику. Мы с вами будем разминаться. Если вы хотите на шпагат научиться, пишите мне в комментариях. Я в следующем видео сделаю для вас, как сесть на шпагат легко. Ну что, начнем зарезку. Первый пункт. Нам нужно сесть на бабочку. Кто может на бабочку сесть, тот молодец. Вот. У кого уже легла бабочка, у того уже шпагат может сесть. У меня вот легла, и у меня шпагат уже садится. Можно, кому тяжело, я сейчас вот так сидит, да? Просто вот так разминайтесь потихоньку. Так у вас получится. Сейчас сидим 30 минут на гимнастике. Прошло. Это я сделала очень быстро, чтобы видео я остановила на стоп. Сделала 30 минут и быстро все произошло. Следующее, что мы будем делать? Мы будем садиться аккуратненько на лягушку. Начинаем с лягушки. Лягушка садится очень легко. Я сажусь на лягушку очень легко. Первое. Делаем ноги вот так вот, чтобы они вместе были. Держимся. И кто не может на лягушку, и вот так сидим. Если кому больно, вот так вот делайте. Мне вот не больно. Так можно несколько минут лежать. Можно вот так вот руки тянуть. Вот. И так же мы 30 минут сидим. В следующем видео я тоже буду показывать зарядку по разминку, то есть по шпагату и налево-право. Я буду вам показывать. Следующее, что мы делаем, если вы умеете что угодно делать, да, вы молодцы, но вам все равно надо повторять, как и мне. Потому что если вы не будете повторять каждый день или 5-4-3 дня, вы тогда, ну, у вас не сядет шпагат. Я один раз так делала и на шпагат не села. И опять научилась на шпагат сидеть. Следующее, что мы будем сидеть, я сейчас буду пробовать, как мы будем с вами стоять на локтях. Ну, это я не знаю. Если у меня получится, да. И если я упаду, ничего. Мне ничего не больно. Вы не пишите, ой, Поля, ты же зла, я зла. Я уже это много раз делала. Сейчас мы будем пробовать. Вот так мы стоим несколько минут. У меня платье затирается, да. Ну и что, потому что это же купальник. Если вы не видели, что я стояла там, значит, давайте еще раз повторим. Я потому что не вижу уже, видите, у меня все косички. Я немножко умею это делать. Один раз я встала и стояла долго, где-то одну минуту. Ну да, мне страшно стоять, как я могу. Мало ли я упаду, мало ли еще что-то сделаю. Например, голову сверну вот так. Что следующее будем делать? Будем садиться на шпагат. Шпагат очень легкий, это поперечный. Аккуратненько садимся, 30 минут тоже сидим на нем. Если вы не умеете, следующее видео смотрите в моем. Вот так сидим мы на шпагате. Шпагат очень легкий. Он не тяжелый, не какой-то еще сложный. И там легко в нем все делать. Шпагат — это шпагат. Вот, сижу нормально и все. В следующем видео вы смотрите мои видео. И мы заканчиваем. Аккуратненько ноги сдвигаем вместе. Если вы сразу
сдвинете вот так вот ноги, у вас может заболеть, вы можете болеть. Я один раз так делала, меня это болело. Но не советую вам, чтобы вы это делали. В следующее видео будем садиться на этот мост. Я не знаю, как вам говорится. Ну, но вот это пока ногу или вправо, или влево. Обратно не знаю. А что давайте начнем делать? И также мы сидим 30 минут. Ой, не 30 минут, а 30 секунд. Не забывайте. Сейчас. Я не очень на него сажусь, но у меня получается. Также сидим на нем 30 минут. Вот. И также аккуратно сдвигаем ногу, не резко, не без движений резких. Вот, я вам показала эту же зарядку 6 минут. 5-минутка или 6-минутка. Вот такая у нас зарядка с вами. Следующее видео, смотрите, там будет называться... Сейчас, подожди. Там будет видео, то, которое вы хотите, как на шпагат сесть. Если вы хотите, пишите в комментарии, и когда наберется на этом видео 200 лайков, тогда я могу вам показать. Если наберется, я буду в шоке. Я люблю вас, подписчики. Если вы на меня подписываетесь, подписывайтесь дальше. Я сама лучше ни на кого не подписываюсь, только на моих. На всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, не забудьте, что я вам говорила, пишите про мой шпагат, наберите лайки, 200, и пишите в комментарии. И подписывайся, и на колокольчик мой поставь. Если вам нравится я делать, пишите мне в комментарии любых видео, если вы хотите. Я в следующее видео буду делать 10 фактов обо мне. Какая? Я не буду стоять, да-да. Я это не буду делать, я буду... Все нормально делать. Они вот это я не буду делать. Так что мы с вами будем знакомиться. И вы узнаете, какая. Сколько обо мне фактов. В следующее видео я буду еще показывать. В следующее видео я буду показывать. Напишите мне в комментарии, что. Я сделала такое видео, пишите в комментарии, там вопросы задавайте мне, например, Полина, ты падала когда-то с кровати? Полина, мисс Полина, ну вот это, да? И вы поняли, если вы поняли, тогда подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока и ставьте лайки, не забудьте 200 лайков набрать. Пока-пока!